Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Лондоне Мингиян Семенов родом из Калмыкии. Там он и начал заниматься греко-римской борьбой. Успешные выступления на соревнованиях российского и международного уровня не остались незамеченными. Спортсмена зачислили в училище Олимпийского резерва, и Мингиян переехал в столицу. Следующая ступень – факультет физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета. Секрет успеха Мингияна – упорный труд. Нужно быть перед собой честным. Если ты будешь добросовестно работать на ковре, и также на улице кроссы бегать, да, не срезая там дистанции. Если ты будешь, наоборот, больше бегать своего соперника, например, с кем ты тренируешься, да, вот, например, мой партнер, да, делал 12, да, раз потянулся, я должен 15 раз делать. Пошел куда, бросок? Ря, бросок! Так себе он бросок. Тренер Мингияна говорит, что сразу увидел в своем ученике жесткую хватку и сильный дух. И не ошибся. Я думал, что это уже успех. Я увидел его потенциал. Но мы сейчас набираем базу, физическую базу, потому что утром нам работать нужно. Ну, понятно, что немножко мешает, говорит, учеба. Но ничего, мы преодолеем и эту учебу. Но главная задача у нас одна – на вторую Олимпиаду попадать. Путь к олимпийской медали не был простым, но и отступать Мингиян не мог. Он ни на минуту не забывал про обещание, данное своему отцу. В 2004 году мы смотрели Олимпиаду с отцом, а там боролся за Россию Максим Семенов, он 66 боролся. И, вот, и там было написано «М. Семенов» на английском. Я такой, ну и папе говорю, папа, говорю, скоро будет, говорю, ну, на Олимпиаде, говорю, М. Семенов, говорю, с Калмыкии, говорю. Он улыбнулся. Ну, хорошо, посмотрим. Так получилось, что вот 3 года назад отец умер, вот, и я попал на Олимпиаду и с одной целью, что он, наверное, сверху увидел, видит и радуется, и то, что вот своему отцу посвятил победу. Когда ты выходишь на ковер, ты знаешь то, что ты представляешь большую державу. Выходя на ковер, ты забываешь обо всем. Одно только, как выигрывал. Все, что делал, не зря это все было. Не зря этот путь прошел, да, тяжелый. Но впереди еще Олимпиада, на этой нельзя останавливаться. У Мингияна есть брат-близнец Санал, который тоже занимается борьбой. Были случаи, когда они выручали друг друга на соревнованиях. Один из был случай, мы приехали в Волгодонск на турнир, и там тоже были два брата-близнеца. А, они двойняшки были, а мы близнецы. Я с одним отборолся, и потом получилось так, что обратно брата вызвали, с тем же. Ну, его звали Костенко, два брата были. Семенов, я отборолся, и снова Семенов, думал, Костенко, я думал, меня что ли? И вышел, отборолся, выиграл кое-как, устал, так я думаю, не, все. Я говорю, давай ты теперь борись за меня, 2 схватки. Свободного времени у спортсмена практически нет. Редкие часы отдыха он проводит, как и все молодые люди. Смотрит новинки кино, любит ходить на столбы или просто гуляет с друзьями. Признается, что на учебу времени иногда не хватает. Сборы, соревнования, но тем не менее мы приезжаем. И никаких поблажек нам не делают, да? Потому что мы спортсмены, самые. Приезжаем, сдаем точно так же, как и все остальные. Наш герой ответил на вопросы из анкеты Марселя Пруста. Самое главное, чтобы девушка была верной, да, в первую очередь. Вот, где-то что-то подсказала, да? Где-то какой-то совет дала, да? Где-то промолчала, где-то выслушала. Да? Ну, такой человек должен быть больше. Друзей, как говорится, настоящих много не бывает, да? Вот. Но на самом деле у меня много хороших друзей, настоящих, которые всегда меня поддерживают в трудную, да, минуту, в любой момент. В первую очередь попросил бы, чтобы моим родным и близким, да, побольше крепкого здоровья, да, чтобы они подольше пожили. Вот. И так посылал больше ничего. Всегда присутствует такое слово «нужно», да? Надо. Вот ты спишь, у тебя спать охота, да? Но перебороть себя, слово «надо», встаешь и идешь делать. Все усилия Мингияна сейчас направлены на подготовку к следующей Олимпиаде. Мечта – золотая медаль. И если ему это нужно, значит, так и будет. Пожелаем спортсмену удачи!